Постоянно у нас крыша уже бежит лет 6. И в коридоре он там все время все топится, все подъезды и все по лестницам сбегает. Потолок в подтеках, обои отклеились, по стенам пошли трещины. В квартире на Анатолия 39 постоянная сырость. Как только за окнами снег или дождь, жильцы пятого этажа вооружаются тазиками. Так спасаются от наводнения. Вот эта вода вся бежит. Вот эта вся ситуация. Вот тут все. Мы уже один шкаф выбросили, он у нас уже уплыл и развалился. По словам жильцов, крыша многоквартирного дома в аварийном состоянии. Но управляющая компания ее не ремонтирует. Даже официальные жалобы не помогают. Представители управляющей компании приходили, залазили на крышу, тут смотрели. Ничего, никто не приходил. Вот я последний раз вот это вот увозила в управляющую компанию, реакции никакой. Они просто бросают трубку и разговаривать не разговаривают. Еще и поднимают цену за коммунальные услуги. Мы платим почти что 10 тысяч. Не с первого раза, но дозвонились в обслуживающую компанию, точнее ее представителю. Он заверил, что специалисты приезжают на вызов жильцов. Вот только это не помогает. Либо не в том месте сделали. Ну то есть там дыры, да, получается? Вы латочный ремонт делаете? Нету там дыр. Вы даже сейчас вылетите на крышу, ну, доступ свободный на крышу, увидите, что там дыр нету. А подтопление почему происходит? Потому что на это, смотрите, за бортом у нас в это... Дождь идет, снег идет. За бортом дождь и снег, отсюда и подтопление. Объяснение максимально странное. Между тем, жители готовы добиваться ремонта крыши и дальше. Планируют жаловаться в прокуратуру. Ведь в квартирах находиться уже просто небезопасно. Мы просто боимся, что в один прекрасный момент у нас просто потолок рассыпется. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.